Важное место в своей деятельности руководство загородного клуба «Завидное» отводит социальной направленности бизнеса и работе с детьми. Мероприятие, где дети могут бесплатно посетить «Завидное», проходит не впервые. Ранее здесь уже состоялся турнир по пейнтболу, а на этот раз выбор пал на рыбалку. Это не только воспитательный процесс, это детям дает возможность научиться общаться в коллективе, научиться сопереживать или радоваться за своего товарища, друга. Вот. Ну, в том числе мы прекрасно понимаем, что это и прививает любовь к родному краю, конкретно к нашему району, вот, к этой природе. Вот, любить эту природу, беречь эту природу. Участие в турнире по рыбной ловле должны были принимать 30 человек, как детей, так и взрослых. Но из-за плохой погоды утром на спортивную рыбалку приехало только 15 человек. Перед началом турнира с ними был проведен инструктаж и выданы удочки. В течение 2 часов ребята пытались проявить все свои умения и навыки рыбачить. У одних получалось хорошо, у других похуже. Но всем нравилось так проводить время. Это очень интересно, потому что я никогда не пробовала ловить рыбу. Нам рассказали, как что делать, рассказали, на что ее ловят, как забрасывать удочку. И учитывая все нюансы, используя навыки приобретенные, я теперь жду, пока у меня что-нибудь клюнет. Благодаря программе «Лето-2015», инициированной народной дружиной района, каникулы у детей города Видное проходят познавательно, насыщенно и весело. Возможность порыбачить — лишнее тому доказательство. Многие участники в Завидном впервые взяли в руки удочку. Ну, ребятам интересно, они все сидят, ждут рыбу, когда что-то они поймают. Призовые места в турнире по рыбной ловле заняли Роман Кондрухов, вес его улова составил 5 килограмм, и Яков Нарцисс с 2 килограммами рыбы. Выездные мероприятия в рамках программы «Лето-2015» будут продолжаться до конца сентября, поэтому у всех желающих есть возможность принять в них участие. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.